Здравствуйте, товарищи, меня зовут Михаил Судаков, я продолжаю реагировать на кей-поп после, опять же, долгого перерыва. И вторым номером у нас после Idol, надеюсь, эта реакция уже вышла, вы ее уже посмотрели и так далее и тому подобное. Так вот, вторым номером после Idol будет Mamamoo. Mamamoo, в принципе, так довольно-таки стабильно нас обеспечивают новыми релизами, но тут недавно был Квиндом, они на нем выпустили один новый трек под названием Destiny, который мне не сильно что зашел, если честно сказать, но нормальный, но не более того. Но Destiny, как оказалось, всего лишь один из треков на новом альбоме Reality in Black. И с этого альбома они, ребята, девчата из Mamamoo, сделали клип на песню Hip. Hip, насколько я понимаю, и сама песня о том, что она посвящена тем женщинам, которые хотят почувствовать себе уверенность. Она, клип намекает на то, это я прочитал буквально на Genius'е только что, клип намекает на то, что даже если вы не поп-звезда, вы все равно можете быть крутой, то есть хип это вроде как круто в данном случае. И это, в частности, такое обращение всем хейтерам, которые хейтят. Хейтеры, не хейтите. Я не очень понимаю, честно говоря, за что можно хейтить Mamamoo. Ну, вот, по большому счету. Я понимаю, что ко всем группам прикапываются. Mamamoo, по-моему, наименее подверженная должна быть группа из... Одна из наименее подверженных к хейту. Но, тем не менее, даже такие товарищи находятся. Многие, например, кричали, что они несправедливо выиграли Квиндом. И несмотря на то, что я считаю, да, что они были не самой сильной группой, я абсолютно не понимаю, что там возмущаться. Как бы, ну вот, другие посчитали, что они самая сильная группа. И чё теперь? Всё, конец жизни. Как бы, всё печально. Странные люди, одним словом, в интернетах обитают. Что ждать от песни, я даже не представляю. Я не слышал ни тизеров, не видел ничего абсолютно из него, из клипа. И единственное, что я знаю, что музыку писали те же самые люди, которые, в общем-то, для них делают, для Mamamoo, большую часть музыки. Они старинная делали, по-моему, эгоистик, и много чего еще. Так что это проверенные люди, скорее всего, выйдут хорошую композицию. Ну, остается нам только на это надеяться, что так оно и будет. Перед началом реакции, прослушивания, двойного, как обычно, прошу, как всегда, поставить лайк, подписаться. И, возможно, поделиться этим видео где-нибудь еще, чтобы больше людей послушали мою реакцию. А можете оставить для себя. Просто поставить лайк и прокомментировать, разумеется. Ладно, давайте. 3, 2, 1. Я оставлю субтитры на всякий случай, хотя вряд ли буду сильно в них читываться. Поехали. Начали без музыки, одними клапами и словами. Они очень смешные. Я после Квиндома, опять же, к ним проникся большей любовью, просто потому что они безумно классные, комичные. У меня до сих пор любимица Мюнбель, конечно. Но они все классные. Минималистичная музыка довольно. Знакомое, да, что-то от Mamamoo только что включилось. Заводная песня. Он сказал экшен. Да, в музыке, в мелодии узнается Mamamoo безоговорочно. Но это не тот случай, как когда музыка вся одинакова. Нет, просто есть знакомые элементы. Это хорошо, у группы есть свой стиль. Так она не сильно похожа на предыдущие релизы. Я обожаю, как у Мюнбель постоянно такая... Нет. Ухмылочка на лице. Это офигенно. Да, они говорят так же. И соло офигенное. Опять я по Квиндому это могу сказать.
четвертой участницы, к сожалению, было там очень мало, поэтому я к ней не успел проникнуться какой-то особенной любовью, но... Вот здесь включился момент музыкальный, знакомый всем фанатам Мамаму немножко. Ого, саксофон. Ну или типа саксофон. Интересный проигрыш был. Как и во многих песнях Мамаму, запомни эту мысль, я к ней вернусь после того, как песня закончится. К тому же она почти закончилась. Первая вселенная, что бы это ни значило. Понятно, здесь показаны девушки в разных вселенных. Здесь они этим занимаются, там этим занимаются. А я что хотел сказать, эта вещь, как и многие, наверное, вещи у Мамаму, в первую очередь держится на вокале. Но вы можете обратить внимание, что вокал здесь прям вперед выставлен. И это не случай фигового звукомонтажа. Нет продакшена, миксинга и так далее. Нет, это осознанное решение. У Мамаму очень сильный вокал. Хотя я, кстати, был поражен, когда они в Квиндоме выбирали, какую песню им перепевать другой группы. Да, там был такой конкурс. И им достался AOA, досталась AOA. И они, когда выбирали песни, говорили, о, это мы не потянем, и это мы не потянем, и это мы не потянем, если мы вообще сдохнем. И я сидел так, а это как? Казалось, Мамаму... Ну, все очень просто. Мамаму не сильны, как они сами говорят, в высоких, очень высоких нотах. Они преимущественно по низким частотам работают. И работают шикарно. У них такие очень у всех глубокие, низкие, приятные женственные голоса. И эта песня, в общем-то, в первую очередь запоминаешь голоса. Даже не столько музыку. У Хип есть, в общем-то, перформанс-видео, и второй раз, пожалуй, имеет смысл посмотреть именно его, потому что, ну, зачем смотреть что-то другое? Тут они будут клево танцевать. О, да. Она начинается с вокала, фактически, с вокала Хвасы, такого совсем хриплого, низкого. Продолжается тем же. Да, понятно, я вначале не заметил саксофон, но уже вступал, в принципе. Да, вокал очень сильно выделен. Они прям как в уши шепчут. Здесь музыки чуть побольше, чем обычно. Как-то задумался, заслушался вокалом. Синтезатор интересный. Пом-пом, пом-пом. Периодически музыка вырубается, чтобы сказала, что Мить Хваса, например. Песни не останавливаются ни на секунду. Они постоянно любой момент забивают вокалом или чем-то еще. Они здесь крутышки все, мама не горюй. Почему-то они в этом клипе очень сексуальны. Более сексуальные, чем в предыдущих нескольких вещах.
особенно Мюнвель. Блин, какие у них все голоса офигенные низкие. Сейчас просто послушай еще раз партию Мюнвель. Немножко странно звучит, когда она так танцует и говорит таким низким, крачевым голосом. Но очень здорово звучит. Наверное, пожалуй, это одна из их самых активных песен за последнее время. Обычно они как-то поспокойнее, помелодичнее. Я не против, я, в принципе, только за. Я всегда за разнообразие, вы знаете. Лица Мюнвель ухмылка это не сходит, в принципе. Кстати, Solar идут. Solar или Solo. Да, я не уверен, как это произносится, но тем не менее. Что происходит? А, господи. Я включил следующий ролик. Да. Хорошая песня. Мне эта песня нравится больше, чем Destiny, которая прозвучала на Квиндоме. Если бы они взяли ее, они все равно выиграли, скорее всего. Так что, может быть, они правильно сделали, чтобы приберегли настоящий хит свой на хип. Настоящий хип на пост-шоу, скажем так. Это мне, конечно, не так зашло, наверное, как... Я не знаю, честно говоря. Мне сложно назвать любимую песню «Мамаму». Учитывая, что Маму все-таки моей любимой группой не является, возможно, это все-таки Starry Night. Но это какая-то совершенно в другом направлении и по-своему очень клевая. Вот, как-то так. Наверное, всем спасибо, наверное, всем пока. Я не так много смог сказать здесь про музыку, потому что здесь больше речь о вокале, повторюсь. Поэтому извиняйте. Тем не менее, если вам реакция понравилась, поставьте лайк и подпишитесь, если вы еще не подписались. Все, всем пока.